Репетиции конкурсантов нынешнего Евровидения в Киеве идут полным ходом. На сцене главной локации музыкального конкурса МВЦ на Левобережной показали свои номера представители Армении, Латвии, Сербии, Мальты и Австрии. Вчера в концертный зал пригласили журналистов. Для каждой страны 20 минут. За это время они успевают исполнить песню несколько раз. После этого весь номер тщательно пересматривается. 25-летний киевлянин Артем Мурач готовится выступить на бэк-вокале вместе с австрийским певцом Нейтаном Трентом. Молодой исполнитель говорит, что влился в команду с первой ноты. С самого начала получился какой-то контакт, вообще не было никаких проблем. Мы все спелись, все были очень счастливы, потому что они очень тоже переживали. Точно так же, как и я, не знал, что это будет за команда. Они еще и говорят по-немецки, и все-таки разные национальности. На сцене, по словам Артема, австрийцы готовят сказочную постановку на песню «Running on Air», а солист Night Trend в буквальном смысле пройдется по огромной луне. It's been a long time running, 'cause I had some things to see. I had to meet some people who were there to believe in me. Лирической композицией и сильным вокалом попробует покорить Европу и представительница Мальты. И даже открытая репетиция не до конца раскрывает все тайны постановки конкурсантов. До выступлений в прямом эфире они еще могут внести свои правки. Уже в понедельник, 10 мая, в МВЦ стартуют генеральные репетиции в костюмах, а финал 62-го Евровидения, который пройдет 13 мая, отрепетируют трижды. Владимир Дедов, Оксана Лой, подробности UA, телеканал «Интер».